Всех приветствую, друзья, на своем рыболовном канале. В этот день я нацелился на ловлю сорожки. Сейчас разбуриваю лунки около берега на глубине от 2 до 4 метров. Далее прикармливаю лунки самодельной прикормкой на основе панировочных сухарей. Рецепт я взял из интернета и методы прикормки тоже. То есть шарики увлажненной прикормки кидаем на дно, а сверху лунку засыпаем сухой смесью. Рецептом с вами делиться не буду, так как эта прикормка, наоборот, отпугнула сорожку. И на светлое пятно прикормки у каждой лунки соберется окунь. Но в дальнейшем я все-таки добьюсь своего, и мне удастся прикормить сорожку. А это видео будет посвящено ловле окуня. И вот, кстати, похвастаюсь, наконец-то купил себе санки. Для более динамичного облова нескольких лунок сделал себе наколенники из обычных туристических сидушек. Смотрите, ну это реально вот окунь с мизинец, ну не с мизинец, ладно, с указательный палец. Ух ты. А вот этот уже нормальный. Кстати, обратите внимание на размашистую амплитуду игры кивка. Это случилось из-за того, что я покрыл его слишком большим слоем лака. Старое покрытие просто-напросто слетело. На следующую рыбалку я уже взял другой кивок, отрегулировал его идеально под игру мормышки. Клев возле берега отличный. И, пожалуй, это самое лучшее место для начинающего рыбака, чтобы оттачивать свои навыки рыбной ловли. Ух ты, какая поклевка была. Есть. Слушайте, хороший окушок. Вот здесь у берега крупный окунь стоит. А, красота. И что характерно, вот в этой лунке, то есть он клюет также где-то на пол воды. Ух ты! Прям в руку фиганул. Говорю, мелкие окуня порой удивляют своими мощнейшими поклевками. Вот что тут? 50 грамм. Ха. Ух ты. И вот я вернулся на заранее прикормленные лунки на глубине, в надежде, что хоть там подойдет крупная рыба. Но каким-то странным образом на глубине 4 метра клюют окуня еще меньше, чем у берега. Ладно, попробуем половить еще. Если что, будем перемещаться на более удачные точки. Ну здесь вот, короче, стандартный вот на этой лунке на глубине берега и только крупнее. Короче, пойдем туда. Тут ловить смысла не вижу. Крупняк сюда не идет. Ну и ладно. Сейчас пообедаю, наверное, перекушу. И буду уже разлавливать те точки у берега.
Начинаем проводку у самого дна. Никаких результатов нет. Ведем приманку выше и проверяем активность рыбы. Тишина. Ладно, давайте увеличим расстояние до 1 метра. Кстати, это была одна из тех рыбалок, где рыба держалась в толще воды и проявляла активность. И больше половины всех пойманных рыбёх клюнуло на расстоянии полметра-метр от дна. Перемещаемся на новую лунку. Посмотрим, какой клёв будет здесь. Неплохой. Настраиваю, поймал рыбу. Мелкий, нападение, среагировал. Ой, отдай только мотыля, чтобы я его не насаживал заново. А ёлки-палки. Угу. Вот у дна, прям вот эта вот мелочь стоит и сразу хапает приманку, то есть можно вот так стучать об дно, и они сразу же тут подлетают. Около берега глубина была совсем маленькая, и в принципе было видно, как клюет окунь. Сразу извиняюсь за качество видео, но в дальнейшем, скорее всего, обзаведусь подводной видеокамерой. Смотреть на то, как клюет рыба под водой, невероятно интересно. Наблюдая за тем, как реагирует рыба на нашу приманку, приходит понимание того, как грамотнее следует выполнять подсечку. Например, этот незадачливый окунек сумел ухватить мормышку только раза с 4-го или 5-го. А если бы я увидел такую поклевку на кивке, а не в камере, то скорее всего бы просто отпугнул рыбу резкой подсечкой. Ну все, пора завершать эту рыбалку. Вот этих окуньков заберу с собой, а еще такое количество или даже больше я отпустил. Ну что ж, пожалуй, на этом все, друзья. Рыба еще не надоела, потому что рыба перестала клевать, даже та мелочь, которая была. Вот, вечерний выход я ждать не хочу, потому что максимум, что подойдет, это такие же вот 100-граммовые окушки. Да, сегодня план я, конечно, не выполнил, как хотел. Ни одной сорожки я не поймал. Вот. Но я не расстраиваюсь. Выводы очевидны. Во-первых, не умею ловить сорожку. Видимо, не та приконка. И количество окуня, которое здесь обитает, оно преобладает над всеми остальными видами рыб. Просто так взять и собрать сорожку будет очень сложно. Но в другой раз попробую. И уже буду так чисто прикармливать мотылем. И если она подойдет, так подойдет. Половить ее одну, может пару штучек поймать. Хоть и не поймал сорожку, зато поснимал видео под водой. Вот. Дома на это все дело посмотрю, проанализирую, по-любому будет очень интересно. Не знаю, как вам, но мне точно будет интересно посмотреть, что же я делаю не так, и когда вот во время игры, как рыбеха реагирует на игру приманки. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч, друзья. Всем удачи и, конечно же, не хвоста, ни чешуи.